как у человека создаются вот эти вот, ну, разрывы, да? Что такое заряд вообще? Да? Заряд – это когда у тебя в текущей ситуации то, что есть, не соответствует тому, что хотелось бы. То есть оно как-то там резко не совпадает, как-то болезненно, да, у тебя по этому поводу возникают эмоции, то есть какая-то энергия на этом разрыве. И вот ты начинаешь переживать. Но это как бы очевидная такая, да, штука. Ну, наверное, она очевидная, исходя из того, что, конечно, когда человек приходит за прояснением какой-то ситуации, с ним приходится как минимум три аспекта прояснять. Первое – это что есть. Ну, кстати, на удивление мало кто может адекватно описать, что у него вообще есть. Как бы людей с адекватным восприятием себя и своего окружения маловато. Более того, я бы сказал, что даже на самом деле в каком-то смысле это как-то культивируется, ну, типа там из серии «Зачем там мечтать заработать 10 тысяч рублей?» Сразу мечтай заработать миллиард, как бы, да? Есть же такие штуки. И человек начинает там мечтать. Опять же, ты со стороны как бы слушаешь, ты все думаешь, ну, как-то, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы ты шел как-то от победы к победе, чтобы у тебя что-то получалось, а не так, что ты задумал. Пробежуточные да, ступени должны быть. Да, задумал что-то гиперглобальное, гиперглобально обломался, как бы, да, и потом сидишь в этом гиперобломе. Ну, как-то нет, ступенечки должны быть какие-то, это как бы понятно. Вот, ну, короче, вот это то, что есть. То, что человек хочет, тут еще большая проблема, да, потому что человек начинает смотреть в себя, думает, а что я хочу? Я вообще какое-то непонятное существо, которое там создано из желаний маминых, там, папиных, социальных каких-то там, навязанных там, учителя мне что-то там говорили, да, рассказывали, что хорошо, что плохо. Где-то там в каком-то возрасте, если у меня все было нормально с развитием, я начал подозревать, что, похоже, меня обманывают. Точнее, не то, что обманывают, а просто, как-то, знаете, почему говорят, что полезно в формировании своих желаний опираться на себя. Ну, а не на других, то, что там тебе мама посоветовала, или папа посоветовал, или еще кто-нибудь там соседи посоветовал. Это не потому, что они там все неправы, или у них неправильные цели, они там все недоразвитые, там, или какие-то там злобные там, и так далее. Нет, просто разные люди, они хотят разного, соответственно, они, глядя на вас, будут вам давать разные советы. Если вы попытаетесь подстраиваться под каждого, ну, у вас в какой-то момент вы поймете, что так проще кукухой уехать, потому что все хотят разного. Под каждого не построишься, всем не понравишься. И непонятно, какому там пути следовать, да, и не хотелось бы как-то, да, даже так в фантазиях, не хотелось бы там прожить 10 лет и через 10 лет там понять, что вот я там всю жизнь там жил там по маминой программе, а на самом деле я этого сам никогда не хотел, просто вот как-то я пытался там чему-то угодить, а внутри меня это вот не прикладывалось. Так что вот эта вот тема, что я хочу, она еще более болезненная, вот сейчас...